Меня зовут Александр, мне 27 лет, и я из России. 3 года назад я поставил себе цель найти стабильный заработок в интернете. Я хотел работать на себя, заниматься любимым делом, не зависеть от начальства. Однажды я наткнулся на сайт Microstock. Автора того сайта звали Анна. Помню, там проводился конкурс на тему баннеров. Для этого нужно было освоить векторную графику. За 2 недели подготовки, получив в конкурсе почетное 2-е место, я решил не останавливаться на достигнутом и по рекомендациям Анны зарегистрировался на Shutterstock. Я подготовил 10 иллюстраций, оформил загранпаспорт, но экзамен не сдал. Мне отказали из-за неправильно подготовленных ключевых слов. Через неделю все прошло гладко, и меня приняли. Так я стал рефералом Анны, и так началась моя работа с Shutterstock. Сейчас прошло уже 3 года, и оборачиваясь назад, мне становится смешно и несколько стыдно за свои первые иллюстрации. Радует то, что я не остановился в развитии и рисую с каждым разом все лучше. На данный момент в моем портфолио порядка 2000 иллюстраций разной стилистики. Больше всего я люблю рисовать иллюстрации для детей. Сложно сказать, что именно меня вдохновляет, я просто смотрю по сторонам, и у меня возникают идеи. Почему я считаю Shutterstock самым успешным стоком? Он удобен и приносит мне больше всего прибыли. Благодаря ему я научился работать на себя и постоянно развиваться. Благодаря ему я познакомился с множеством интересных людей. Для меня Shutterstock – это образ жизни, свободный и независимый. Если я получу грант, то куплю новое оборудование для творческого развития и отправлюсь путешествовать. I'm Shutterstock.